Ну, очень много было моментов, когда вот на лидеров такие идут. Вот такой неприятный Шумаков получает травму. И очень серьезно здесь может быть, поскольку хватается он за ногу, за колено. Очень серьезная ситуация. Ох, неприятно. Это, по-моему, кто? Угаров, по-моему. Угаров, да. Угаров подъехал, Шумаков стоял спиной. Смотрел, чем там в углу дело все обернется. Может быть, ждал передачи и сзади получил удар. Но здесь при таком ударе, что... Угаров не тот игрок, который будет вырубать соперника лично. Не говорит он об этом, не об этом. Он спрашивает у Романа Гофмана, почему, за что 5 минут 20.